во время судебного процесса над нацистскими преступниками в 1945 году среди обвиняемых выделялась одна девушка. Она была довольно миловидной, но сидела с непроницаемым лицом. Это была Ирма Грёзи. Одна из самых жестоких надзирательниц Аушвица пытала женщин и отправляла их в газовую камеру. Ирма Грёзи выбирала чаще всего красивых, тех, кто мог составить ей конкуренцию. Эта женщина стала ночным кошмаром для пленников, выживших после войны. Ирма была одной из пяти детей в семье Берты и Альфреда Грёзе. Семья была неблагополучная, когда Ирме было 13, ее мать покончила с собой, выпив соляную кислоту, узнав, что муж изменяет ей. Через два года будущая надзирательница бросила школу, прониклась нацистской идеологией и стала яростной активисткой в союзе немецких девушек. Свою деятельность Ирма Грёзе начала с лагеря Равенсбрюк, затем по собственному желанию ее перевели в Аушвиц. Грези настолько рьяно исполняла свои обязанности, что уже через полгода стала старшей надзирательницей, вторым человеком после коменданта лагеря. Сегодня это звучит довольно забавно, но Ерма Грези говорила, что не собиралась оставаться надзирательницей всю жизнь, а хотела потом играть в кино. Репутация садистки и нимфоманки прочно закрепилась за Ермой она мучила заключенных пинала их своими остроносами ботинками травила женщин голодными собаками и заставляла держать над головой тяжелые камни пока руки не пронзала от боли помимо оружия у ирмы всегда при себе имелся хлыст она лично забивала до смерти женщин заключенных устраивала отстрелы во время построения отбирала тех кто отправится в газовую камеру в 1945 году Ирма попросила перевести ее в концлагерь Берген-Бельзен, там же спустя месяц ее взяли в плен англичане. На Бельзенском процессе Ирму вместе с другими работниками лагеря приговорили к повешению. Бывшая надзирательница ни на секунду не усомнилась в своей правоте, в правильности своего выбора. Ночью, накануне казни, она громко пела нацистские песни, а к виселице шла, не дрогнув. Когда на ее шею набросили веревку, она резко скомандовала быстрее. На тот момент ей было всего лишь 22 года. Друзья, не забываем оставлять свое мнение в комментариях, оценивать и подписываться. Надеюсь, вам понравилось. До новых встреч!